В феврале в Москве состоялся форум «Труд крут», на котором начали широко отмечать 65-ю годовщину создания движения российских студенческих отрядов. С юбилеем молодежи тех, кто прошел школу студотрядов, поздравил Владимир Путин. Президент России отметил, что за прошедшие годы бойцы студотрядов своим созидательным подвижническим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, в решении ключевых общенациональных задач. Важно, что нынешнее поколение российского студенчества достойно продолжает замечательные традиции предшественников, открывая для себя новые горизонты деятельности о том, как развивается Тверская область в этом направлении и какие еще запланированы мероприятия в рамках празднования, выяснила наша съемочная группа. Российские студенческие отряды – крупнейшая общественная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 200 тысяч молодых людей из 82 субъектов Российской Федерации. Также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий, спортивный потенциал молодежи. Серьезный вклад в развитие этого движения Верхневолжья вносит Тверской государственный университет, в котором накануне торжественно открылся штаб студотрядов. Мы предоставляем студентам нашего университета еще больше возможностей участвовать в жизни нашей области, нашей страны. Энергия студенческих отрядов, в том числе студенческих строительных отрядов, это то, что поможет сейчас и области, и стране. Мы этому рады, мы готовы в этом участвовать. Студенты могут работать именно в летние месяцы, а в остальное время заняты учебой. При этом молодые люди легко обучаемы, инициативны, считают в штабе, а в условиях отряда организованы и дисциплинированы. Все это делает студенческие отряды незаменимыми по многим направлениям. Работают по 7 направлениям деятельности. Это педагогическая, сельскохозяйственная, строительная, отряды проводников, сервис и так далее. Медицина, конечно же, они могут себя попробовать в абсолютно разных профессиях и понять, что им интересно, что им по душе. Российские студенческие отряды – это возможность вашей самореализации в профессиональном плане. Старшее поколение преподавателей, которые сами трудились в студотрядах, горячо приветствует инициативу. Она сохраняет лучшие традиции своих предшественников, открывает возможности для реализации крупнейших инфраструктурных проектов страны. Ежегодно растет количество работодателей и трудовых проектов, куда привлекаются студенческие отряды. Уезжали в стройотряды разрозненные группы, возвращались рабочие коллективы, которые знали друг друга полностью, которые потом давали базу нам для того, чтобы создавать и научные группы, и какие-то трудовые. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения 20-летия создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве, соберет свыше 12,5 тысяч участников движения. Скорее всего, в это число войдут и студенты Тверского госуниверситета, об успехах которых обязательно узнают жители Верхневолжья и не только.